Этим летом в Тюмени отремонтируют более 17 километров теплосетей. Планами на межотопительный сезон поделились специалисты компании «УСТЭК». Более 8 километров труб обновят во дворах, где планируется благоустройство территории. Новые теплотрассы появятся на 25 объектах. Наиболее крупные раскопки планируются на Московском тракте и Холодильной. Попал в план ремонтов и аварийный участок вдоль улицы Газовиков. Зимой там было 3 аварийных случая. Причина частых повреждений – коррозийный износ, тепловая сеть не новая, там был очень высокий и есть высокий уровень грунтовых вод. Ну и в настоящее время мы уже приступили к разработке проектной документации, и в летом 2018 года тепловая сеть будет полностью заменена.